Ленинском районе состоялся общегородской субботник. Каждый год в мероприятии принимает участие большое количество горожан. В этот раз на улицы вышли почти 15 тысяч жителей района. Среди них семьи с детьми, студенты, активисты, работники администрации района, работники предприятий. Действительно праздничная обстановка. У нас две сцены. Одна на бульваре Новаторов 32, здесь в саде 9 января, уже я говорил. Ну что, трудимся, практически заканчиваем. Если пойти поснимать, посмотреть, парк практически приведен в порядок. Ну, работники садоводства, садовники, значит, СПХ, садово-паркового хозяйства, вот сейчас эти кучи соберут уже в контейнера, в трактора, и парк будет полностью приведен в порядок. Вышли граждане, трудятся, и пирожки, и чай, и музыка. В общем, хорошая праздничная обстановка. От имени администрации выражаем огромную благодарность жителям Кировского района, что приняли участие, спасибо, пришли, поддержали, сделали район чище, лучше. Давно пора уже озаботиться о своем районе, о его чистоте и красоте. День благоустройства проходил в сквере на бульваре Новаторов и в саду имени 9 января. Впервые в этом году субботник состоялся в сквере имени Петра Семененко, в котором приняли участие ветераны Кировского завода. По проспекту Стачек напротив ЗАГСа Кировского района состоялась высадка деревьев. Саженцы лип были закуплены предприятием АО «Петербургский нефтяной терминал». Сейчас мы проводим посадки деревьев, липы, на проспекте Стачек посадка деревьев была. Всего в месячник поставится, высадится 110 деревьев и 10 тысяч кустарников. Хотелось бы выразить огромную благодарность нефтяному терминалу Санкт-Петербургскому за предоставленные саженцы. Молодежь и остальные жители района, довольно-таки представительный состав у нас в этот раз. Субботник – это такое замечательное событие в жизни нашего района. Всем можно собраться, поработать не просто, а на благо, на общую пользу, навести красоту, чтобы красиво, замечательно встретить весну. Атмосфера хорошая. Песни здесь приходил недавно, человек в караоке спел. В целом все довольны. Погода хорошая, наконец-то. Праздники. Чтобы убираться и слушать музыку. Все весело и интересно. Очень рада, что наконец наш парк убирается. Потому что, в общем-то, уже везде вроде бы убрали, а у нас вот все в том же духе. Наконец-то. И очень хорошо работают люди. Смотри, почти весь парк уже убран. Что мы очень счастливы теперь будем, гуляя здесь. Администрация Кировского района выражает огромную благодарность всем неравнодушным кировчанам, которые не остались в стороне и приняли участие в Дне благоустройства. Тем самым участники субботника внесли свой вклад в улучшение родного района.